Грузия переименовала Литву. Власти Грузии приняли решение в преддверии визита президента Литвы Дали Грибаускайте начать использование аутентичного названия балтийской страны – Литова, Литовр. Соответствующее решение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Грузии. Указывается, что подобная рекомендация поступила от грузинского департамента государственного языка. Решение о переименовании является дружественным жестом Литве, которая ранее установила использование в литовском языке названия Сакартвело в качестве официального обозначения Грузии. Оба решения очень символичны, поскольку в этом году Литва празднует 100-летие восстановления государственности, а в Грузии отмечают 100-летие создания Первой Демократической Республики, сказано в заявлении МИД Грузии. О переименовании Грузии в Сакартвело литовскими властями стало известно в начале мая. Отмечалось, что о смене названия просила сама Грузия, поскольку нынешний вариант считает русифицированным. Название Сакартвело же ближе к грузинскому языку. При этом Государственная комиссия по литовскому языку, ГКЛЯ, считала, что оснований для смены названия нет, поскольку современное название Грузии уже ассимилировалось в литовском языке и обладает длительной историей употребления. Кроме того, ни одно из государств Евросоюза не использует аутентичное название для этой страны. Однако 3 мая специалисты ГКЛЯ все же утвердили вариант Сакартвело как альтернативный. Больше важных новостей в TELEGRAM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.